Привет, друзья! Это небольшое видео о ножницах. Меня постоянно в комментариях о стрижках спрашивали о ножницах, какими я пользуюсь, сколько зубцов и так далее и тому подобное. Вот мой небольшой скромный набор. И к нему еще прилагаются такие маленькие простецкие ножнички. Сейчас расскажу обо всех быстренько, поподробнее. Вот. Так как я сейчас деятельность свою закончила, в силу того, что у меня тоннельный синдром, запястье болит, все, я пробовала стричь даже свою собаку, очень тяжко, болеть начинает. Все ножницы эти я продаю. Вот, самые любимые. Начнем с филеровок, потому что ими больше всего работаешь в стрижках собак. Вот. Ну, тут, конечно, не прямыми стричь, я люблю филеровками, а потом шлифовать. Это гейб. Гейб катана. Потрясающие ножницы, вот просто рекомендую реально всем. У них офигенная сталь, они очень живые. Этим ножничком, наверное, лет 7 точно. Вот. Стригут всех и вся. 48 зубьев, 7 дюймов длиной. Затачивались раз 5, наверное. Вот, собственно, даже сложную шерсть, например, как у кокер-спаниеля или других больших собак, они берут классно, вот. В таких ножницах я более чем уверена, что они практически навечно. Если, конечно, аккуратно пользоваться, не кидать их там на пол, не затачивать каждые полгода там, и они того, собственно, и не требуют. Больше всего, конечно, повреждаются на максимально грубой шерсти ножницы. Когда я работала с большими собаками, тяжелая шерсть, вот это вот, они доходили до уровня того, что требовали заточки. Когда работаешь с маленькими собачками, юрками, ну, до размера там спаниель, у которых полегче шерсть, в принципе, вообще долго, не требует никакой заточки. Вот. Это первое. Дальше, о чем хочу рассказать, это Ehalsa. Еще одни тоже такие ножницы, как сказать, со стажем, я бы выразилась так. Они тоже где-то в районе сталькижи, их примерно в одно время покупала. Ehalsa Revolution. Таких сейчас вообще, по-моему, уже практически не купить. 8,5 дюймов ножнички изогнутые. Тоже офигенная сталь. Они легенькие, остренькие. И тоже могу сказать, что они практически вечные. То есть вот стрижка ими, это, во-первых, в радость, потому что они действительно, у них и легкий ход, и сами по себе они ручки такие легенькие. Состригают шерсть безупречно. Затачивались тоже несколько раз. Как, наверное, и гейбы мои примерно одинаковое количество. Неубиваемые. В них я тоже уверена, что вот это вот навечно, потому что это качество стали. Дальше о чем рассказать? О, конечно же, вот эти вот товарищи, про них многие спрашивали. Какие у вас шанкеры? Шанкеры Йенту. Йенту, ребята. Йенту, сейчас скажу, это Ergoline, 8,5 дюймов. Зубцов у них количество 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 зуба. С маленьким первым, если считать. Вот. Эти вообще молодые ножнички у меня. Они всего лишь, наверное, года полтора они у меня живут, как я в Краснодар переехала. Вот. То есть вполне себе новенькие. Они не затачивались еще ни разу. Стригут, ну что могу сказать, тоже офигенно. Офигенно. Они легенькие. Соответственно, то, что до сих пор они не точились, это говорит о том, что сталь у них вообще хорошенькая, приличная, и они достаточно популярны, как я поняла, потому что часто уходят из продажи. Приходят в Россию и уходят быстро, потом их нет в наличии. Были у меня попроще предыдущие шанкеры. Конечно, да, попроще — это попроще. Эти ножнички стригут однозначно легче и лучше. Вот. Дальше. Вот эти вот товарищи, ну, эти товарищи, наверное, лет, может быть, года три они, наверное, у меня. Был у меня там промежуток времени, когда я меняла ножницы. Может быть, ну, нет, наверное, меньше. Так даже, когда я йентовские покупала, я их года полтора. Прямыми ножницами пользуюсь действительно мало, больше для каких-то там нюансов или же шлифовки. Поэтому, собственно, простые ножницы я беру. Это Master Group. Они бы, не соврать, по-моему, 8 дюймов, наверное, да. Вот. Облегченная версия с дырочками, но, как сказать, облегченная. То есть они хоть и облегченные, действительно они облегченные, они не тяжелые, но относительно более качественной стали, там взять, если Ehalsa, они тяжелее чуть-чуть. Вот. В принципе, нормальные ножнички, так как немного пользуюсь, тоже они еще ни разу не заточенные, потому что мало абсолютно пользуюсь. Вот. Стали обыкновенные у них. У меня такие ножницы уже были. Вот. Если много стричь, то они будут, конечно, убиваться и требовать заточки, потому что сталь у них попроще. То есть вот про эти ножницы я могу сказать, что там, если в интенсивном режиме, вам, скорее всего, захочется их поменять через 3-4 года. Если пользуетесь так же, как и я, то, скорее всего, будут они у вас тоже лежать там
долго и упорно, потому что я мало очень стригу, но прямые ножнички, они все равно в работе иногда нужны. И последний товарищ, вот это не продается, это я для своей собаки оставлю. Вообще, какие-то самые простейшие зингеры, 5 дюймов, в чем их фишка? Они же тоже парикмахерские. А, во-первых, у них здесь вот видно ручки такие, волосы хорошо забирают, то есть когда ушки какие-то подстригаешь, такие нюансы, может быть, что-то на лапках. Хороший захват волоса не проскальзывает, во-первых. А во-вторых, это кончики. Когда покупаешь такие короткие ножницы для работы, смотрите на кончики и выбирайте, чтобы они были самые остренькие, потому что бывает более тупой угол, не такой удобный. Когда такой остренький, то вы можете прям мелочи тоненько-тоненько прорабатывать. Рекомендую. А все остальные ножницы я решила продавать, потому что понимаю, что даже свою собаку с моей рукой мне тяжело стричь. Такие дела, ребяточки. Буду ходить кому-нибудь в гости и стричь свою собаку. Если есть какие-то вопросы по ножницам, пишите в комментах, задавайте их. Могу просто рассказать, что-то проконсультировать. А так, по поводу качества, вот в этих трех товарищах, Yente, Gabe и Haas, я уверена, что это практически вечные ножницы. Ну и Master Groom, конечно, попроще. Все. Удачи вам в ваших стрижках. Смотрите мои видосики, ставьте лайк, подписывайтесь, задавайте вопросы.